представитель сегодняшнего турнира Магомед Исмаилов. Ему предстоит встретиться с Александром Емельяненко. Ты провел с Магомедом клетки 3 раунда. Что ты успел почувствовать? Какое у него оружие против Александра, как считаешь? Могу сказать, что Магомед на самом деле очень сильный боец. Целой категории 84 килограмма. Но я знаю, Саша сейчас считает. Он сказал, что реваншнем. Я сказал, если ты пожелаешь, пусть это случится. Ну, Будет стоить очень дорого. Что ты сказал? Погромче. Будет стоить очень дорого. Очень дорого. Спасибо вам всем. Я полгода провел в очень тяжелом, строгом режиме. Сейчас не имеет значения, выиграл я или проиграл. Моя супруга сейчас, скорее всего, плачет. Вот, в любом случае, хоть выигрываю, хоть проигрываю, она плачет. Надо успокаивать сейчас. Вот, хочу увидеть, так сказать, отдохнуть, провести с ними немного времени. Пару месяцев выйти из этого вот состояния тренировочного полугодового. Али! Вот посмотрите на него, на эту машину. Это будущий чемпион UFC. Иншаллах. Когда вот такой человек со мной, когда у меня рядом такая команда, о каком проигрыше может идти речь? Как вы могли недооценивать меня? Я всем говорю, кто сейчас вот это смотрит, писал, у Маги нет шансов, у Мухаммада нет шансов. Когда вы видели его в моем углу, когда вы видели его рядом, как вы могли это писать вообще? Где здравый смысл? Где здравый смысл? Мага, ты самое главное не сказал, ты есть-то будешь сейчас или нет? Я не хочу есть, клянусь. Я вообще не хочу есть. Да, все-таки гонять вес поприятнее, чем его набирать. Клянусь, поверьте мне, набирать вес — это тяжелая ситуация. Сейчас я вешу 93 800. Я сказал, я буду быстрым. Я был быстрым. Да. Вот. Все. Никто не сомневался в твоей победе. Даже? Да. Да, вот вижу в твоих глазах вот этот момент. Все, отпустите меня, да? Да. Ты сказал в конце боя, что ты хочешь что-то сказать, а потом сказал, все-таки я этого не скажу, что ты хотел сказать. Подожди, я же сказал, я это не скажу. Ах, ты вестник ММА. Ах, ты беспредельщик. Нет. Вот и сейчас тоже я тебе не скажу. Понятно? Нет. Ну ладно, смотри. Я хотел пошутить. Но не всегда мои шутки, которые заражаются в моей голове, они актуальны и в тему. Порой нужно ее убрать в сторону. Хоть она появилась, да, возможно, все посмеялись бы. Возможно, я посмеялся бы. Но есть шутки, которые лучше оставить в себе, которые лучше не озвучивать. Вот я решил ее не озвучивать. А так, вестник, я тебе говорил в следующем году. Что я тебе говорил в следующем году будет? На премии. Ты же помнишь? Аза, мы виделись здесь. Я в ними, ладно, я знаю, ты хочешь меня обнять, Арстанчик. Поздравляю, Ратан. Да, скажи, что ты видел. Мы знаем то, что здесь находится твоя супруга, твой ребенок, мы видели их. Вот семейное благополучие, оно помогает в достижении каких-то титулов, высот, побед? Послушайте, то, что я делал в этой подготовке, это мелочи. Вот то, что пережила моя супруга в этой подготовке, вот это сила. Вот это сила. Это то, что я не пережил бы. Вот. Поэтому, конечно, когда рядом с тобой такая боевая супруга, у тебя все будет нормально. Она когда выталкивала меня за дверь, сказала, выходи отсюда и возвращайся с победой. Это я шучу. Да, конечно, от
Да. Я, подожди, подожди. Я во время подготовки, вы видите меня сейчас улыбчивым, даже позитивным, добрым. Но во время подготовки я такой говнюк редкостный. Да, редкостный. И вот, когда я вот это у меня вредности из меня выходит, все вредности летят вот в этого человека, и он с улыбкой переносит, успокаивает меня. Мухаммад, ты лучший, братик мой. Спасибо вам за все. Ты лучший, брат. Ты лучший. Али, все, я вас очень люблю. А ты слышишь? Сделай так, чтобы я зарабатывал сейчас очень много. Хорошо? Я же выиграл. Все, давай. Мы идем отдыхать, братья. Спасибо всем. Спасибо всем. Спасибо всем, кто это смотрит. Спасибо всем, кто верил в меня. Давай там. А кто не верил в меня, теперь будут верить в меня. Да, мы в раздевалку. Спасибо вам всем, дорогие. Ярик, вы лучше. Ура, находи, Мухаммад, под ноги смотри.